Ну что, вы готовы поработать консьержем? Привет, друзья! Добро пожаловать в That's Not My Neighbor! Эта игрушка мне настолько понравилась, что я решила записать еще одну серию, поэтому с вас королевский лайк, а с меня новая серия! И, кстати, друзья мои, я просмотрела предыдущую серию, и там у нас была ошибка, что мы наши вроде бы пропустили значок. То есть у нашей был значок, а мы его типа не увидели. Точнее, у нее не было значка, мы его увидели. Ну, в общем, вы поняли. Но самое интересное, что наша это мать вот той вот студентки. Но она же ни разу не проходила... А, знаете, наверное, кто это была? Это та, которая пробежала все, понятно. Вот, вот, мы с вами поняли вместе. Мой косяк в прошлой серии, я надеюсь, что у нас сейчас косяков не будет. Значит, мы с вами нажимаем play. Мы нажимаем play. И нам не нужно уже, мы можем скипать, мы знаем, как работать. Мы уже шарим, мы уже все знаем. Итак, нам сейчас скажут здрасте. Добро пожаловать, поздравляю вас с новой работой. Спасибо. Мне уже и так стрёмно. Давайте посмотрим, кто у нас... А сегодня не так много персонажей-то в списке. Чувак. У тебя что-то на голове. Может, ты забыл снять с себя полотешко? Знаете, у меня есть такое полотешко для сушки волос. Это не полотешко, такое вот, типа, тюрбан или как оно там называется. Чувак. Ну, как бы эпириенс у тебя не тот. У тебя вообще все не так. А подождите, а он есть вообще сегодня в списке? Тебя и в списке-то нет. Письки в списке, все. Да, я с тобой согласна. Да не матюкайся, смотрите, он тремя точечками матюкается. А можно позвонить? Ребята, я позвонить не могу. Да не ругайся ты. Ребята, я не могу позвонить. А, уже могу. Это он, видимо, меня обругал там, поняли? Это были его там какие-то грубые выражения. Чао, бомбинос! Все. Мне с тобой разговаривать больше не о чем. Ты попал. У тебя попадос. Понимаете, у нас сразу же работа начинается с... Cleaning protocol completed. Ха! Изи. Вы можете продолжить выполнять вашу работу. Пока. Так, ну что, кто следующий? Я поняла, в чем был тот мой гость. Точно, там же пробежала, помните, какая-то девица. Так, я тебя видела. Хай. Бро, у тебя брови, у тебя не тот эпириенс, у тебя, смотрите, у него Робертскай. Короче, у него without eyebrows. Что не так с моей внешностью? Присмотритесь внимательнее к моим фотографиям. Чувак. Да, здесь есть, но там. Хорошо, 114-652, буду дотошный. 114-652, подождите, 652. 652, 289-730. 289-730. Ну, у тебя нету бровей. Ну, нет, давайте я брату позвоню. 26-68, все, я звоню твоему брату. Когда ты брови уже отрастил? 26-68, расскажи, как ты их отрастил, знаешь, когда... В 2000-х было модно, или когда там вот эти тонкие брови. Я думаю, что все девушки бы тебе сказали спасибо, когда они захотели их отрастить. Поэтому давай расскажи, как ты с нуля быстро отрастил брови. Никто не берет. А может, я не туда позвонила? Точно? 26-60. Может, я натыцкала не то. 26-68. Алло? Алло? Пикассо? Никого нет. Нет, чувак, у тебя нет бровей. Блин, из-за бровей. Нет. Все, габелла тебе. 33-12. Достали вы меня с самого утра. Только пришла я после своей второй работы. Я только отпахала в своей... В своем салоне, в своей парикмахерской. А вы мне тут еще вот устраиваете. Cleaning protocol completed. Вы можете продолжить свою работу. Слушайте, а нам, по-моему, не написали, скольких мы людей уничтожили. Так, ну хорошо, допустим. Все? Мы всех убили? Нет, еще не всех. Так, мадемуазель, вы вообще сегодня должны быть? Ну, вроде бы да, у нее, видите, одна... Получается, один глаз косит, и... Сережки все есть, волосы все. А можно мне... Можно, да? I forgot my request. Так, давай смотреть. Значит, DDD 75-й. Маргаретта Бабблс. Маргаретта Бабблс. DDD все правильные. 0203. 0203. Давайте смотреть. Она, по-моему, с кем-то живет. По-моему, списать. А нет.
Curly hair, бра-бла-бла-бла, бра-бра-бра. 103-268. 103-200. 014-590. Куда? 014-590. Блин. Ну, вроде все правильно. Ну, я попробую сейчас позвонить. Ну так, вдруг она возьмет трубку. 64-31. Кстати, как думаете, мы сейчас с вами справимся лучше? Или же нет? Тогда у нас был ранг B. А вдруг мы сейчас с вами вообще на изи на ранг А выйдем? Или наоборот, нас убьют через пару персонажей? Никого. Слушайте, ну вроде бы она... Этот совпадает, Маргарет Бабблс. По фото вроде бы она... Но если я пущу не того, то... Она ж потом все равно меня коцнет. Ладно, у тебя все в порядке. Так, я хочу еще раз эти проверить. Ди-ди-ди. Ди-ди-ди. Can you open? Да. Она не говорила. Бр-бр-бр-бр-бр. Хорошо, допустим. Так, ждем следующего. Вы мечтали когда-то... Ever dream this clown? Вам когда-то снился этот клоун? Каждую ночь по всему миру сотни людей видят этого клоуна в своих снах. Если этот клоун появится в вашем сне, не играйте ни в какие игры с ним. Если вы хотите узнать больше информации, отправляйтесь на Nacho Games Itch.io. Unlikely. Я не хочу, я пока никуда отправляться. Хе, пока. У нас открылось достижение. Ребят, к нам клоун пришел. Клоуны — это весело. Ну, если это, конечно, не Пеннивайз. Привет. Good afternoon. Я тебя видела в прошлой серии. Это Ангус Киприани. Как Джозеф Трибиани, только Ангус Киприани. 0103. Бизнесмен. 01 Киприани. 68-й. Ну, тут вроде бы все правильно. Какой ты там? Я же сказала, 0103. Так, хорошо. Long neck, бла-бла-бла, мустаж. 565-003. Не туда. 565-003, 698-845, 698-845. Так, ребят, все проверяем. И я, конечно же, позвоню. Если он сидит дома, то габелла тебе просто полная. Так, тут вроде три полосочки, там три полосочки. Где ты тут? Ты тут? Я же должна себя проверить, ребят, вы же понимаете. 55-13. Я тоже могу так улыбаться. 55-13. Алло? Алло? Все, никого нет дома. Ну, ну вроде он. По-моему, длинная шея, бла-бла-бла, small eyes. Ну, чувак, вроде бы ты совпадаешь, хорошо. Everything is in order, да. Давай, гуляй. Оп, все. Нос чешется, ребят. Нос чешется не к добру. Не к добру. Здрасте, вот, вот, вот это, по-моему, мамка той школьницы, студентки. По-моему, нет, да, нет. Они жили на втором этаже, по-моему. Вот, вот, блин, ну глаза не те. Что с глазами? Блин, у меня как-то были очки в дырочку, слушайте, я бы вам их показала. Когда у меня еще до коррекции зрения были такие специальные очки, чтобы можно было лучше видеть. Моя внешность? А что не так с моими глазами? Они нормальные, человеческие. Да? Давай я просто позвоню. 13.46. One moment, please. Just a second. I have to check. Наша у телефона. Моя дочь еще не вернулась. Нет, она не бэк. Тут кто-то другой бэк. One moment, please. Что-то не так с глазами. Так, запоминаем, что все вот эти детали... Извините, ребят. Все эти детали, короче, надо замечать. А я-то думала, может, та была с открытыми глазами. Блин, мы тогда убили настоящую Селену. Ребят, мне стыдно. А, привет. Да, ребят, вам когда-то снился этот клоун? Вам когда-то снился этот клоун? Так, все, на клоуна мы не смотрим. Здрасте, ты опять не забыла показать свой реквест? Я забыла показать, здравствуйте, вот он. Так, давай смотреть, я тебя вроде бы 74-й, Глория.
Тебя нет в списке, Глория. В списке тебя нет. Где ты там живешь? По-моему, ты на первом этаже живешь, если я не ошибаюсь. Но Глория Шмихт? Банкир, точно. 201. Пардоньте. Значит, 698-522. 341-150. Раунд фейс. И тут вроде бы все нормально. Тут все нормально. Раунд ноуз. Но тебя нет в списке. Ну что делать? Что мне с вами всеми делать? Чек-лист. Понимаешь? Меня сегодня нет в списке, потому что мне нужно было уйти на работу. Знаешь, что тебе нужно было? Позвонить 5123. One moment. Ты все равно должна быть в списке, если ты уходишь срочно на работу. Арнольд у телефона. А, моя жена не дома. Она вернулась? Угу. Блин, ну не знаю. Не знаю. Давайте еще раз проверять. Это все нормально. Тут все нормально. 74-й. Глория Шмихт. Глория Шмихт. Блин, ребят, ну не знаю. Родинка вроде бы правильно. Сережки, глаза, брови. Блин, а может быть она реально ушла? Ну такое же может быть. Тем более он сказал, что она не дома. 541-150. Ну хорошо, давайте ее пропустим. Но мы с вами все проверили. Кроме того, что ее нет в списке. Блин, а может быть ее... Ребят, не знаю. Ладно, давайте пропустим. Хорошо, если что, это будет мой косяк. Бр-бр-бр, она не сделала. То есть, может быть, я не ошиблась. Ну, типа, он же сказал... Ты гонишь! Вася, ты уже приходил с другим этим самым... С другой внешностью. Так. А что не так с моим третьим глазом? Мне кажется, это нормальный третий глаз. Чао, бабинс. 33. 12. Нормальный третий глаз. Не, может, ты его наклеил? Может, у тебя тусовка, вечеринка где-то? И это просто хэллоуинский костюм. Ну, у нас как бы февраль, понимаешь? В чем беда? Клининг протокол completed. Дуже дякую. Все, я продолжаю. Я работаю. Вильна касса, подходите. Кто следующий? Так, а я звонил, подождите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! 51-23. Я даже проверять не буду. Алло? Здравствуйте, Глория у телефона. Мой муж и я дома. Ай, косяк! Мы не ждем никого сегодня. Ай, кто так косичнул? А у тебя есть еще какие-то отличия интересные? У тебя тут фотка какая-то не новая. Так, ты же у нас Арнольд, 71-й. Ну так-то типа по сути все нормас. Это раз ему нормас, но сори, солнышко. Пока. Блин, мы что-то сегодня всех убиваем. Я какая-то сегодня прям кровожадная. Это я вам говорю, это у меня был просто неудачный рабочий день. Меня просто как-то, видимо, либо в магазине, может быть, не знаю, не те товары привезли. Или же постригла я как-то кого-то лечивые не дали. Ну, в общем, непонятно. Вы можете продолжить вашу работу, да, я знаю. Что мне еще делать? Мне деньги нужны. Работаю на трех работах. А еще строителем. Кстати, не забывайте, да, мы всем с вами еще дома строим. Привет. Hello. Да, ты нас уже спрашивал, в чем смысл. Слушай, а может клоун ответить? Типа, ну это не подсказка. В чем смысл жизни? В жизни? А может давайте напишем life? Ну, смысл жизни в жизни. Неправильный ответ. Ребят, как думаете, в чем смысл жизни? Happiness, money. Ну, тут можно любой вариант. У каждого же свой смысл жизни. Кто-то... Кого-то интересует развлечение, кого-то деньги, кого-то любовь. Я тебя уже видела. Опять ты? 51-23. Давайте сейчас еще раз позвоним. 51-23.
Да вы что-то прям... Это у нас эти глории наплодилось. 51, 23, еще раз. 51, 23. Она ж дома. У нас у нее какой-то день глорий. Здравствуйте, Глория у телефона. Мы с мужем находимся сейчас в квартире. Мы не ждем сегодня гостей. Я вас понимаю, все. Прием окончен. Глория, вы не Глория. Вы как бы... А подождите, она в списке вообще сегодня есть? Я даже в списке нет. В списке, письки в списке. Я не в списке. Да. Наверное, здесь какая-то ошибка. Я должна быть в списке. Ты неправильно отвечаешь. Проверьте список. Давайте мы все поставим. Вот так, вот так, вот так, вот так. Мое ID? Да. I don't see anything wrong with my ID. А я вижу. Что не так с моей внешностью? Посмотрите внимательно на мои фотографии и сравните со мной. Мой этот реквест. Входной билет. У меня все в порядке. Нет. 33-12. Сейчас будет смешно, если ее муж опять придет. Вот это мы поржем. Туда-сюда ходят эти дуппельгенгеры. Они, наверное, думают, что мы тут с вами лохи, понимаете? Клининг протокол завершен. Вы убили всех жителей этого дома. Вы молодец. Ребят, нос чешется точно не к добру. Обычно. Хорошо, кто следующий? Мы хоть одного жителя сегодня нормального пропустим? Так, я тебя знаю. Здравствуйте. Так, это Селен. Селен, по-моему, где-то здесь живет. Селен, я тебя убила в прошлой серии. Прости. 785-600... А, подожди, а где? А, вот твой. 785-613. Проверяем. 269-514. Так, 80-й. Тут у нас вроде бы все в норме. Селен. Шверчдам. Селенне. Она работает моделью. Значит, у Селены правильно этот самый родинка, маленький носик, бла-бла-бла. У нее есть этот самый. А ты тут есть? Селена есть. А давайте я еще позвоню. 69-96. На всякий пожарный. Чтоб точно убедиться. Ну! Иллинойс у телефона. Моя сестра не... Все. Сестру пропускаем. Хорошо, ладно, у тебя все окей. Excellent. Опять она свою это бульбу. Я надеюсь, что она мне просто сказала спасибо. Ну, я на это надеюсь. Тебя я, по-моему, видела. Hello. Так, ну у тебя тут есть родинка. Луис Стилнский. Стилнский. 69-й, нормально. Что у нас тут по значку? По значку все окей. По значку все окей. Луис Стилнский. Значит, она. А, я живу, я. Went out to visit. Я ходила на встречу с мамой. Проведать маму ходила. Так, 894-569, 723-651. Кстати, у нас не было, вы заметили, ни одной, ну, ни одного неправильного вот этого ID-номера. Short hair. Ну, типа, все правильно. Round face, small on left cheek. Давай я позвоню. Роман мне должен сказать, вообще дома она или нет. 11-52. Ну, правда, понимаете, на нее стоит запрос, типа она должна прийти, поэтому как бы сомнений быть не должно. Здравствуйте, Роман у телефона. Моей жены нет дома. Все. Она вернулась? Все. Значит, еще раз смотрим. Я главное значки проверяю. Тут все в порядке, тут все в порядке. 69-е, 10-е, 69-е. Все, ладно, мадемуазель, вроде бы у вас все в порядке. Ну, она типа повторила те же... Надеюсь, что она мне просто сделала какой-то комплимент. Так, я тебя уже видела или нет? По-моему, Роберт у нас был первый, Пичман. Привет.
Роберт Скипичмен. Роберт ты не хочешь мне? Я забыл показать. Роберт Скипичмен, 73-й, ди-ди-ди, бла-бла-бла, тут тоже у нас ди-ди-ди. Значит, 0102. Хорошо, Шумейкер, 114-652, 289-730, 289-730. Ну, позвоним брату, 266-68-26-68. Надеюсь, твой брат дома и мне скажет, что он тебя ждет. Угу. Типа никого нет дома. Либо его уже убили. Злые доппельгенгеры. Так, хорошо, has got it. Ну, внешне он похож. По крайней мере, большой нос, без бровей, длинная шея. 73-й год, ди-ди-ди, ди-ди-ди. Ну, в принципе, никаких проблем, ладно. Perfect. Опять облю-блю-блю-блю. Я надеюсь, что они не ругаются. Хорошо, допустим. Кто следующий? Тебя я вроде бы видела. А Дини, не хочешь? А, ну, конечно, я за. Они такие, знаете, у них с памятью, видимо, беда. Так, ты у нас тут есть. Брови, подбородок, уши, волосы. Альбертский пи... А, смотрите, Альбертский-то не было. Брат за братом пошел. Шумейкер. Значит, смотрим. До 74-го. 146-512. 146-986-354. Значки проверяем. Так, тех, тра-та-та. Тра-та-та, вроде бы все правильно. Да? Тут ди-ди-ди, тут ди-ди-ди. 0102, ну давайте попробуем позвонить. 0102. Значит, Шумейкер, мусташи. 2668. Если он скажет, что... А, подождите, стоп! Ты есть тут? А, да, есть. Фух. Ну, давай позвоним. 26. Если он скажет, что он ждет брата, то тогда все. Нет никаких проблем. Здравствуйте, Роберт Скипичмен у телефона. Мой брат еще не дома. Так, ты у нас кто? А ты у нас Альбертский. Ладно, вроде бы все совпадает. Я надеюсь, что я не ошиблась. Я тебе что, прищемила что-то, что ты ругаешься так? Так, ну ладно. О! Привет, или что там? Я забыла показать свой ID. Так, хорошо. Анасташа. Анасташа, по-моему, у нас здесь где-то жила, да? Нет. Не тот этаж. Wrong floor. Анасташа Микаэлис. Студентка Тайр Дайс. Тупони Тейлс. Ну, понятно. Анасташа. 132-698. 532-462. А тут будут где-то ошибки. 85-й год. Все нормально. Тут тоже все нормально. 0204. Ты вообще тут есть? Ну, как бы есть. Давайте позвоним ее матери. 134-46. Шо, 6? Что я сказала вообще? Сейчас будет смешно, если я не туда позвонила вообще. Здравствуйте, наша у телефона. Моя дочь еще не вернулась домой. Она уже вернулась? Ну, вроде бы... Не-не-не-не-не, я не собираюсь нажимать. Значит, здесь она есть, Анасташа Микаэлис. Анасташа Микаэлис, 85-го года, значок проверяем. Здесь все проверяем. Микаэлис, Анасташа, last name. Хорошо, вроде бы все... Все very good. Давай. Можете открыть для меня дверь. Ну, прости, если тебе что-то прищемило, твой хвостик, например. Извини, больше не буду. Я буду тебя пропускать аккуратно. А у нее должны быть разные глаза? Right eye blue, left eye green. Подождите, но я только что звонила, и она дома. Round face. А ее здесь нет. Понимаете, блин, красиво.
Ну, я имею в виду разного цвета гетерохромии, или как она там называется. Давайте хоть проверим. 789-653. 789-653. 665-413. 665. Ну, тут-то все правильно, понимаете? Они такие хитрые, у них реально все повторяется. Ну, понимаешь, тебя нет в списке. Я сегодня не в списке, потому что мне нужно было уйти. Я сейчас позвоню и узнаю. А куда я буду звонить, если я не помню номер? 1346. Сейчас такая, наша, мы дома. Здравствуйте, наша у телефона. Моя дочь и я, мы уже в апартаментах. Мы никого сегодня не ждем. Ха. Ну, прости. Прости. А, тебе надо было уйти. Мы так верим тебе. Да. Кстати, мы давно никого не выбрасывали. Как это так-то? Все, чао, бомбинос. Бай-бай-бай. Так, давай-ка мы теперь скипнем это. И все, скипаем. Мы молодец. Ребят, как думаете, мы же правильно сделали, что мы ее сейчас того? У нас же не может быть две наши. Слушайте, а мы неплохо с вами выживаем. В смысле? Мы все правильно. Мы все правильно. Ребята! Я всех правильно Ребят, я все правильно сделала, как приятно, как приятно. Слушайте, мы справились. Мне понравилось. Ребят. Мне нравится эта игрушка, я бы еще поиграла. Все зависит целиком полностью от вас. Если вы хотите еще одну серию, то вы знаете, что нужно сделать. Нужно жмякнуть лайк, и мы с вами еще поиграем. Я надеюсь, что вам было интересно. Вы напишите в комментариях, кстати, вы кого-то подозревали или же не подозревали. Но я буду с вами прощаться. Хорошего настроения, добра, позитива. Увидимся уже в новых видео очень скоро. Пока-пока.